сегодня, в день проведения 20-й комбинированной... Черевковская комбинированная эстафета – это ядреная смесь спорта, азарта, патриотизма. Она носит имя Героя Советского Союза Александра Петровича Квашнина, уроженца здешних мест. В этом году ему исполнилось бы 115 лет. Поэтому открытию спортивного праздника предшествовало возложение цветов к памятнику героя. Далее церемония открытия. На юбилейную эстафету собралось рекордное количество команд – 14. Все они были торжественно представлены болельщикам. Огонь победы зажег капитан сборной Черевковской пожарной части, победителя прошлого сезона. И вот спортсмены отправляются на луг, к озеру Катище, где размечены этапы эстафеты. Именно здесь пропадали все черевковские команды, готовясь к соревнованиям. 20-летняя история турнира говорит о том, что победить в нем можно только после тщательного тренировочного процесса. За 2 недели начинают все тренироваться. Все, село кипит буквально, все на лугу живут. Ночами, вечерами, ну, весь день, круглосутки здесь. Поэтому две котловские команды и сборная села Красноборск, увидевшие маршрут за час до соревнований, в принципе не имели шансов не то что на победу, но даже чтобы попасть в середину турнирной таблицы. За своих, конечно, болеть я буду. Но понимаете, я же отвечаю за весь район. В принципе, победит дружба, победит сильнейший. Мало того, дойти до финала эстафеты, состоящей из 11 этапов, не сойти с дистанции, когда силы на пределе или поломалась техника. На это тоже нужны были упорство и спортивный дух. Ведь организаторы продумали все до мелочей, включая штрафные баллы и штрафные круги. Езда на мотоциклах – это также один из сложных этапов, все-таки опасный. И гребли на весельной лодке – это один из тяжелых этапов эстафеты. Итак, 14 команд, в каждой по 13 участников, в том числе 2 девушки и 1 ребенок. Для каждого спортсмена свой этап. Стартовали подростки. Они бежали 500 метров и передавали виртуальную эстафетную палочку другому члену команды, который преодолевал 400 метров в противогазе. Следующий этап, новый, он называется МЧС. Задача – спасти утопающего. Его сменял бег на дистанцию 400 метров с 16-килограммовым мешком. Далее велогонка по пересеченной местности, обязательно на дорожном велосипеде. Спортивные к соревнованиям не допускались. Велосипедистов сменяли девушки. Они бежали 400 метров, а затем поражали цели из пневматической винтовки. 7-е и 8-е испытания проходили в озере. Сначала 75 метров любым стилем должен был преодолеть пловец, затем 800 метров на казанке и южанке проходили гребцы. Далее 1,5 километра мотокросса. Кстати, если техника выходила из строя, участник преодолевал дистанцию бегом. Именно так случилось с командой 3-го отделения, и она из призовой тройки, в которой шла до этого этапа, сразу откатилась на 6 позиций назад. Предпоследние испытания проходили стрелки и мужчины. Они пробегали 800 метров, а после поражали 5 мишеней. Финальную точку ставили девушки. Бежали 600 метров с препятствием. Сложно, но можно. Тренировались. Не первый как год могли. Выступаем, да. У нас третья. Да, в этом вот сейчас первая. Команда «Семья» финишировала первая. Прошла всю эстафету за 25 минут 5 секунд. Хотя до предпоследнего этапа занимала 2-ю позицию. Перелом произошел на мужском биатлоне. Произошло то, что мой соперник промахнулся несколько раз, а у меня, ну, тоже был промах, но все получилось. Любопытно, что 2-е место в соревнованиях также заняла семейная команда «Ягодка». Сборные, сформированные по профессиональному признаку, на этот раз оказались слабее. Замкнула призовую тройку команда Черевковской средней школы, а лидер прошлого года, пожарная часть, откатилась аж на 5-ю строчку, чем вызвала бурю эмоций у болельщиков. Очень хорошо и отвратительно. Проиграли наши, потому что... Вы за кого болели? За пожарную часть. Так. Да, они в том году были первые, а сей год, ну вот... Не получилось. Зато все зрители болели за команду ветеранов. В нее вошли участники Черевковской эстафеты 80-х лет. Немолодые, но энергичные люди в голубой форме прошли все этапы до конца и сумели занять не последнюю, как прогнозировали многие, а предпоследнюю строчку. В 80-х годах командам это мы занимали 4 первые места. Все время занимался стрельбой. Рад, что заняли не последнее место, что у нас еще есть порох в пороховице. Замкнула турнирную таблицу команда Котловского ДРСУ. Новички Черевковской эстафеты, собравшиеся на нее за 2 дня, то есть без подготовки. А 2-я наша сборная, выезжавшая на соревнования в 3-й раз, заняла 11-е место. И это неплохой результат, ведь 2 предыдущих котлошане были последними. Хозяева проявили радушие и поощрили за участие каждую из 14 команд. Победители же были награждены по заслугам. Кроме переходящего кубка и других призов, получили шикарные подарки – мультиварки «Редмонд».